Всем привет, дорогие друзья, с вами я тут, и сегодня мы с вами поиграем в игру, которая называется «Девятая рота». Соответственно, игра у меня из Steam магазина. Сейчас там стоит она просто какие-то копейки. Играл в это давно, давно в эту игру играл лет, наверное, почти 10 назад. Она вышла в 2008 году. Ну и, собственно, тогда почти я ее и приобрел, и в нее поиграл, играл еще на диске, ну и, соответственно, приобрел сейчас в Steam, чтобы можно было в электронном виде пройти. Давайте посмотрим, что это такое. Я считаю, что можно поностальгировать по старым играм, не такая уж она плохая, во-первых, а во-вторых, друзья, это игра от компании Lesta, это именно та компания, которая делает World of Warships, и теперь принадлежит компании Wargaming. Итак, смотрите, первый этап я уже прошел, он обучающий, поэтому его показывать не буду. И у нас есть первая реальная миссия, которая называется аэродром Баграм. Давайте ее с вами и пройдем. Часть я локализовал, поставил русификатор, но не все здесь, к сожалению, локализовалось. Но, в общем, я думаю, то, что будет интересно, мы все почитаем. Итак, середина декабря 79 года на аэродром Баграм началась форсированная переброска воинских подразделений Советского Союза. Уже находящимся к тому моменту на аэродроме батальона состава 345 ОПДП выполняет задачу по обеспечению охраны технического персонала и безопасности доставляемых из Ферганы грузов. Давайте начинаем. Так, здесь нам предлагают набрать бойцов, выбрать, соответственно, то, чем мы будем пользоваться. Нам здесь, в принципе, особо сильно ничего не нужно. Единственное, наверное, мы с вами возьмем пару аптечек побольше. Хотя нет, они уже взяты. Так, отлично, тогда пару биноклей выдадим снайперам. Где у нас наши снайперы? Вот. Так, вот этому деятелю вот дадим бинокль. И еще где-то был снайпер. Вот он. Дадим ему бинокль. Все, есть. Все, больше делать мы ничего не будем. Здесь, по идее, надо было, если бы играли в локализованную версию, здесь бы нам все подробно бы расписали. Че, как. На самом деле, было бы очень интересно. Но, к сожалению, в той локализационной версии, которую выбрал я, увы, этого нет. Другой я, к сожалению, не нашел. Итак, друзья, давайте начинать. Так, итак, начинаем. Товарищи офицеры, вертолет доставит вас в расположение 2-го батальона счастливого пути и успешной службы. Окей. Вот такой вот красавчик вертолет у нас пошел. Давай-давай, пощель. Смотрите, здесь панельные двухэтажные здания есть. Давайте полюбуемся вообще, что здесь есть. Для 2008 года здесь транспортный самолетик. Здесь это что у нас? Ми-8, да, по-моему? Наверное, можно его даже выделить. И, короче, полетела пташка. Стоят Уралы или Зилы 131. Нет, Зилы, наверное, не Уралы. И летит вертолет. Я-то, честно говоря, знаю, что с ним произойдет, но для вас это будет сюрприз. Хотя Афганистан, я думаю, что вы догадываетесь, что с ним сейчас произойдет. В общем, друзья, нам осталось ждать буквально минутку. Да, на нас напали душманы. К сожалению, вот она. База, я полсотни первый, нахожусь под обстрелом земли, повторяю, это полсотни первый, я обстрелен, машина повреждена. Полсотни первый, это база, возвращайтесь на точку, полсотни первый, срочно возвращайтесь на точку. База, это полсотни первый, понял, возвращаюсь на точку. Так, короче, мы возвращаемся на аэродром, друзья. Ну, точнее, попытались вернуться, но, к сожалению, выпало тело пилота, и нас чпокнули. Соответственно, нам сейчас выдадут задание по обезвреживанию этих бандитосов для того, чтобы мог наш аэродром работать. Мы выдали нам технику, один БМП, один БТР, и сейчас мы их будем с вами
заселять нашими доблестными воинами. Так, давайте для начала мы загрузим внутрь, ребят. Здесь тоже загрузим. Блин, я же внутрь их засовывал, алло. Тореросы. Ладно, пусть залезают. Так, еще вот эти у нас остались, да? Окей, пусть залезают сюда. Давайте, давайте, залазьте, не стесняйтесь. Че вы как девочки? Ну-ка быстро. Забрались, забрались на броню. Так, здесь у нас, смотрите, те, кто сидит внутри, вот здесь вот помечены. Соответственно, водители отдельно сидят. Те, кто сидят на броне, сидят снаружи. Да, надо сказать, что игра-то сделана у нас по мотивам непосредственно 9-й роты фильма. И поэтому здесь присутствуют вот такие вот персонажи типа Дегайла и Саперова. Вот они, красавчики, смотрите-ка. Так, ладно, давайте их сунем назад. И, короче, давайте выдвигаться. У нас всего на все про все 20-30 минут было дано. Так, я надеюсь, он влезет сюда. Что больше никого у нас не осталось, а то, может, кого-то мы пропустили. Да, все, он забрался. Ну что, поехали, друзья, поехали. Давайте, выполняйте. Но пока не едут, мы полюбуемся, что у нас здесь есть. Вот они у нас, УАЗики тут все стоят, ЗИЛы 131 всякие, машина связи в частности. Ну, такая вот красота, тень всякая. Ну, в общем, достаточно симпотненько сделано. Вышечки тут стоят, ну, в общем, аэропорт как аэропорт. Ну, можно здесь даже полюбоваться, смотрите. Всякие оборудования связистов, эхолокаторы тут всякие локаторы стоят. Так, ну вот еще у нас стоит транспортный самолет, опять же. Опять вот эти вот казармы или какие-то офисные, может быть, помещения. Не знаю, мне кажется, что они здесь же и жили. Так, ну вот сюда надо, ребята, давайте езжайте, что вы там втупливаете-то. Так, и нам нужно будет подъехать вот к этой точке. И здесь, собственно, разобраться с душманами. Давайте вот, наверное... Куда-то сюда мы подъедем и будем здесь разбираться. Так, где они у нас едут-то? Вот они у нас едут. Не очень быстро, ускориться здесь, к сожалению, нельзя. Они врезались, друзья. Ну, воины, блин. Давай, 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 чеши помидорами. Давай, 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 давай. Окей. Есть. Так, ну все, давайте, короче, вылезать будем. Дальше не поедем на нашем транспорте. Так, все, вроде всех выкинули. Теперь давайте выделим. И потихонечку вот сюда пойдем. Помаленечку, помаленечку, потихонечку. Давайте будем двигаться. Так, по-моему, есть душманчики. Так, давайте-ка мы сейчас все спрячемся. Вот они, смотрите, в засаде. Давайте-ка. Давайте, давайте, давайте в засаду. Есть. Так, ну что, давайте потихонечку, потихонечку, помаленечку. Надо, наверное, БТР подогнать им в помощь. Хотя они его могут подбить, а нам этого бы не очень хотелось. И БМП подогоним.
Так. Давайте вот сюда, вот в разведку отправим их, бойцов наших. Так, давай, 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 давай. Спрятались. Назад. Там пулемет, пулемет. Так, нам нужен кто-нибудь, кто может лечить. Дегайло, давай сюда. Дегайло, бегом, бегом, бегом. Командир разведгруппы. Странно, что душманы остались на прежнем месте после атаки на вертолета. Вероятно, уничтоженный отряд духов был всего лишь прикрытием для отхода основной группы. Необходимо обследовать соседние горы и найти врага и уничтожить его. Боевая задача – провести разведку на прилегающих к аэродрому горах. При обнаружении противника уничтожить. Окей. Так, Дегайло, давай бегом. Вот боец мучается. Давай, быстро лечи его. Во, есть. Так, ну все, друзья, здесь мы все сделали. Берем автомат в руки. Выбираем. И давайте вот сюда вот соберемся. Поехали вперед. Вроде техника у нас не сильно пострадала. Сейчас мы еще раз бойцов всех выделим. А, давайте, наверное, их как-то в кучку соберем, чтобы нам проще было управлять ими. И пойдем. Нам вот сюда вот надо вот как-то вот так вот обогнуть и туда. Давайте пойдем туда. Давайте-ка, бойцы, вперед. Так, ну что, давайте вот сюда, наверное, технику сейчас мы поставим. БМП и БТР. И сюда же всех бойцов подведем. Никого мы здесь не оставили? Нет, вроде бы нет. Давайте бегом. О, черт, назад, назад, назад! Назад. Давай, вылезай. Вылезай, брателло. Черт, подбили БТР. Да, где наши бойцы-то, ё-моё? Чё тут эти бараны ходят? Давайте бегом сюда. Так, что у нас здесь? Никого? Никто не остался, да? Отлично. Давайте бегом, бегом. Всё, взорвался наш БТР. К сожалению. Надо было его на разведку пускать, пока он... Я вот что-то не подумал. Ну, в него две ракеты попало, да, это, конечно, жестко. Так. Давайте, разбежались. Давайте-ка мы их помутузим чутка. Хотя, наверное, не обязательно. Так, наверное, мы и без артподдержки справимся. Так, давайте быстро упали. Нам-то вот сюда вот надо. Так. Ну-ка, давайте-ка гранату. Ты чё, офигел? Давай, отойди.
Так, ну здесь вроде все. Вот так вот. Давайте, мочите. Давайте подгоним машинку сюда. Так, ну что, поехали дальше. Давайте бегом. Бегом, бойцы. Вот нам сюда надо. Так, быстро, быстро распределились. О, черт, сейчас мы и это тоже потеряем. Так, кто у нас там из медперсонала? Давай бегом сюда. Отряд душманов полностью уничтожен. Угроза для транспортной и боевой авиации в ближайшее время в районе аэродрома Баграм ликвидирована. Вау, и гимн. Настоящий советский гимн. Не то фуфло, которое сейчас. Ладно, окей. Так, ну что, друзья, эту миссию мы выполнили. Следующая миссия будет Паншерская тропа. Паншерскому ущелье будет действие происходить. Об этом обо всем мы узнаем в следующий раз. Большое спасибо, что смотрели. Приходите еще, будет много всего интересного. Всем пока-пока.